Всем доброго дня. Хочу показать мои ошибки. Не все показывают. Это гибискус. Это желтый. Это красненький. Тоже красивый. Я их утром опрыскнула инсектицидом, как все цветочки опрыскнула и их. И забыла их на улице. Утром было, конечно, пасмурно, но потом вышло солнышко. И вот она мне сделала вот такие ожоги. То есть не солнышко, это я, конечно, виновата. Но вот что случилось. Вот они пыльные, потому что они были на улице. И вот даже верхушки, они были молодыми, нежненькими. Конечно, может быть, и на улице было холодновато для них. Но это предположение, точно лучше сказать, что я виновата, потому что я их опрыскнула. И вот, что случилось. Это ожоги. Потому что только они вот у меня повредились, бедные. Но это кустарник, ничего страшного. Они дадут новые вот листочки. Эти листочки отпадут. Вот видно, как я их опрыснула, так и остались на листике. Может быть, в опрыскивателе остались последние там. И было слишком. Вот что я хотела показать, что вот они отпадут, и потом вырастут другие. Это моя ошибка. Я знаю это, не надо было опрыскивать, когда солнышко. Но не было солнышка, просто утром было пасмурно. А после этого вдруг взошло солнышко. И вот что получилось. То, что вот ожоги солнечные. Но они отпадут. Останутся сначала вот палочки. Но потом, вот видно, они уже дают новые побеги. Вот видно, зелененький. И все будет хорошо. Хорошо, что они такие, ух, живучие. Потому что это у них одревесневший уже кора уже такая. Это кустарник, поэтому они выжили. А если бы были нежные цветочки, они бы не выжили. И мы все знаем, что так нельзя делать, но бываем, что быстро-быстро хотим сделать дела. И вот опять на те же грабли. Вот какие ожоги получились. Не повторяйте моих ошибок. Всем пока, доброго дня, удачи всем и во всем.